Привет модельской братве, AK Crazy Russian. Нужно форсировать эту инсталляцию, так что не стрим, просто видосик, апдейт. Кто не видел предыдущего про мою оселу бакмановскую? И я еще раз хочу профильтровать. Если я сравнивал что-то с рока современным, я сравнивал бакман, тоже современный. И есть видос, а Charger, это Siemens, современный локомотив, Бачман сделал, Бакман. Это, ребята, улет. Окей, сейчас вы увидите, что такое настоящий Бачман. Как я, во-первых, уже на полдороги, я сделал fuel tank, уже лучше. Значит, я в пустоты здесь, вот здесь пустоты по всей длине. Я нарезал грузиков этих и туда вклеил. И потом на две double-sided tape, да, вот этот хороший outdoor. Все, теперь он не дергается, ничего не происходит. Все классно. И почти выравнивается. А потом вот эти два грузика я подложу под крышку. Вернее, мне нужен чуть-чуть здесь откусанный, что ли. Или он такой же? А, нет, такие же оба. Вот сюда не видно. В общем, на левую сторону под вентиляционную огромную решетку. И тогда он перевесится полностью. То есть он будет совсем как часы. Вот сюда. Извините, что не видно. Ну вот, уже все. Вот он выровнялся. Все. Проблема решена. Можно сюда на корпус, но это будет просто то, что доктор прописал. Теперь вы увидите настоящий Бачман. Бакман. Ну, Бакман мне просто сподручен. Я так... Вы как называете, как хотите. Так. Человек сказал, сделай светодиоды. Я сказал, конечно. Но я не приглядывался. Какие они? Здесь я уже... Сейчас мы будем это делать. Я уже здесь начал сверлить, но я думаю... Покажу вам. Но это невероятно, конечно. Вот это вот. Сейчас на темном фоне. Видите, вот эти две фитюльки, сосульки. Это якобы фонари. То есть number boards нормальные. Ну, более-менее. Я нашел картинку. Я не думаю, что эти самые... Википедия будет на меня баллоны катить, как говорится. Но, тем не менее, поверьте на слово, ребят, я специально нашел картинку, кстати, этого же локомотива, потому что есть прототип. Есть большая база данных фотографий, кто-то снял фотку. Посмотрел на number boards, они вроде бы нормальные по высоте number boards. А вот эти вот фитюльки, это просто какой-то это ужас. Значит, смотрите, я не знаю, что случилось. У разработчика, который рисовал, наверное, на компьютере, у него в два раза уменьшился масштаб. Это N-scale, ребята, это N-ка. Это вот, не знаю, что там в голову взбрело. Сейчас я вам покажу световод для H0 и покажу задние фонари. Да? Но вы видите, а вот теперь вот, это H0. Прям в ноль. Я их использую, вот эти световоды. Так, теперь дальше. Сейчас мы рассверлим, посмотрим, как это вообще пойдет. Далее. Если вам такой формат не на стриме нравится, я с удовольствием такие видосы буду делать много. Теперь. Так, что нужно? Нужно задок. Задок смотрим. Видите? Давайте немножко очистим площадку. Вот так. Задок под углом. Видите, да? Это нормально. И сюда четко мои световоды. Прям даже чуть-чуть перебор. Отверстия большие, но ничего. Все будет классно. Я когда приклеивать буду, зафиксирую очень четко все. Так? Ну что? Вперед. Вот это Бачман. Невероятно. То есть
окантовка сама, вот здесь вот, ну, как там на настоящем, да, они вклеивают такую, не вклеивают, они вваривают или на болтах там делают посадочное. Там еще есть такие отражатели, но, извините, отражатели здесь уходят в неизвестно куда, потому что нет, так это не пойдет. Значит, без отражателей. Ну, то есть, чтобы не светило в кабину. На современных локомотивах так уже не делают, делают просто более грамотную фокусировку этих ламп и прочее. Потом я делаю 4. Так, сколько мне рассверлить эту фигню? О-о! Рассверливать придется не кисло. Сейчас проверим еще раз. Ну, а сейчас я вам расскажу какую-нибудь историю. Вот такой Бакман, да. Ну, наверное, рассверливать еще где-то миллиметры 2-3. Сначала я прохожу вот такой. Потом у меня есть сверла еще классные для этого дела. Ну, это такой зубной для начала. Потом, если нужно развернуть побольше, я тоже использую зубной бор. Есть на нем заход. Ну, нормально. Вроде идет хорошо. Если я найду свою чертилку, мы можем... А, зачем чертилка? Можно какой-нибудь... Да не важно. В общем, вот такая вот. Вот он вам Бачман. Но опять-таки, модель, ребята, это... Я пытаюсь... То есть она давно в архиве. Конечно, все продали. Больше они их не делали. Давненько. Ну, по-хорошему, все-таки, наверное, до 2007, 2008, что-то в этом духе. Ну, и потом они штамповали его какое-то время. Что-то я не видел их на eBay. То есть, значит, ну, относительно была популярная модель. Ну, они все продались, и потом все с концами. Что я хорошего хотел сказать? Да нет, в общем, нормально. Если вы хотите макет, у вас макет, клубный макет, где вы гоняете там до посинения, эта штука будет работать просто как танк. Долго, все дубовое, и даже вдруг он упал на куда-то там завалился от этого, как его, от рапидо, нужно сразу ну, не микроскоп. А, ну вот все. О, неплохо. Неплохо. Надо микроскоп, какой-то это самый пинцет, собирать там детальки. Эта штука будет шпарить. И тащит он тоже, потому что у него вес просто невероятный. У него нет резинок, но это не нужно, потому что здесь три ведущие. Если я ошибусь с центровкой, я потом еще разверточкой разверну по центру. Ну, вроде нормально. Хотя можно взять этот самый, как его. Где у меня? Маленькие ручные, да, тисочки, чтобы здесь не до посинения. Это маленький слишком или наоборот? Сойдет с этой стороны. А, не-не-не-не-не. Ну-ка. Нет, это большие боры. Ну, сейчас, одна секунда. Кто-то у нас заказал это самое. Ну, я как-то не... А, ну вот, все нормально. По идее, должно быть. Все нормально. А, кто-то заказал... кстати, жена мне сказала уже упаковывать. Хорошие, сейчас я вам покажу. Очень хорошие. Компания. Так, вот. Сейчас. Маскот. Что здесь
удобно вот эта вот штука. Держите в ладони и прокручиваете. Это просто чумовая вещь. И единственное, что лимитировано, наверное, потому что только с одной стороны, как видишь, закусывает очень такие мощные сверла только. Ну, люди знают, что покупают. У меня вот такой 1 000 000 лет ему. Здесь, наверное, купил, да. И еще один экзакто, ну, где-то здесь, в общем. Ну, как вам? Бачман. Дворники есть, но они такие просто из... высеченные из пластмасс. Пивка уже пора. Высеченные из пластмассы с зубилом. То есть, ну, опять-таки говорю, ребят, когда Уолтерс купил, ну, прикупил, там, воссоединился с Lifelike Proto, там было просто революционное качество. Народ, у меня челюсть отпала после роковского, после рока, даже пико, при совдепе еще там, да. Ну, в общем, было нормально. Но потом рок, я уже, о, круто. Но когда я увидел прото в 95-м, 6-м, 7-м, 8-м году, это как раз была просто чума. То есть, ну, потом мы уже переехали. Я уже в магазинчик наведывался частенько. Потом там помогал с DCC тоже. Уже как-то так... Вот это вот, когда челюсть отваливается, да, уже такое ощущение прошло. Все. Так, теперь. Но это все равно даже близко не... Близко не то, что нам нужно. Неплохо. Неплохо я развернул это все дело. Неплохо, неплохо. Так, а вот этот сейчас момент. Сейчас я промерю. У меня есть сверло, но я сверло не хочу. Сверло может закусить чуть-чуть. Потому что здесь очень... Сверло у меня обычно снять фасочку, грубо говоря, уже в нормальной модели. В Athron в основном. Значит, смотрим сюда. 1,6. Эти, по-моему, почти... Давненько я уже не мерил. Эти 1,65. Вот, то есть у меня чуть-чуть отойдет в сторонку, да, грубо говоря. Ну, я же не могу держать, не токарный станок, но ручной токарный станок. Вернее, сверлильный, фрезерный станок, окей? То есть, если чуть она уйдет, это другая компания, такие вот, как они называются? Я только начну, а потом закончу, наверное, со сверлышком. Просто посмотрим, как пойдет. Не, нормально. Вот, то есть, ну, какой-то... Я же не держу все прям идеально. То есть будет какой-то градус. Ух ты! Нормально. Можно сейчас уже и сверлом пройтись. Сверла бошевские я всегда один и тот же комплект покупаю. Их до сих пор два продают. Ну, два в одном. Да, кто-то спросил, наверное, первый раз здесь. Напальчники. Напальчники для того, чтобы не заляпать модель. Я много работаю на улице. Я вообще на компьютере работаю постоянно. Но я всякие делаю всякие вещи. Да, всякие. Всякую всячину. Ну и чтобы модель не заляпать отпечатками пальцев. Где? Главное, заход сделал, а дальше уже пойдет
по идее, как по маслу. Вот. Не знаю, делают они сейчас такие неизвестные мне фирмы. Вроде здесь нет названий никаких, да. Тоже какой-то трейн-шоу или что-то в этом духе. Вот сверло, которое я просто разворачиваю, и оно, ну, тоже где-то 1,6 приблизительно. Но если оно подорвет боком, это не будет очень good. Вот видите, здесь уже нормально. Здесь вот главное заход правильно сделать. Потом я аккуратненько, если нужно красочку подобрать. Ну, у меня есть, по-моему, типа CSX приблизительно. Приблизительный CSX. Ну, кто делает вообще модельки, там, супер переделки? Есть такие пластмассовые вставочки. Потом народ там перекрашивает под себя, что там нужно. Но здесь у нас уровень такой. Главное, чтобы каталось все со звучком человек. Все, так и делаем. А вот ропа компания, ну вот, пожалуйста, вот это заход очень четкий. Сейчас я, кстати, с другой стороны пробью это дело все. Конструкция неплохая. Здесь я снял, я особенно не пыжился, снял быстро все. Эту кабину, она прям на двух вот этих вот, с каждой стороны, да, защелках. Нормально. Ну что ж, неплохо, неплохо получилось. Даже какие-то остались эти, нет, их снесло. Окей. Такая вот история. У меня настроение хорошее. Человек, ну так чуть-чуть меня не доставал. Так чуть-чуть, парочку имейлов мне написал, проверил. Я ему сегодня написал, что я говорю, вот на середине твоей этой CSX Dash какой-то там. У него очень сложное название. Это... Так, надо глянуть, кстати, заодно. Ну-ка, чтобы быть точным. Это GE-8 перед девяточкой. Вот это восьмерки мне не... Dash 8. Dash словом, потом 8. Ну, 8. Черточка, 40C. Ну, это вот из каких-то там 70-х, наверное. И когда уже пошли вот эти девятые, мне они больше нравятся. Ну, это так, нормалек, как говорится. Ну что ж, неплохо, неплохо. Совсем не увело никуда. Сейчас проверим еще насчет этой самой световода. Потом я делаю световод. Ребят, я хотел вам показать, но это всегда, это ничего, это просто руки. И, ну что, супер. Эти трубки, они тоже разные иногда. Они бывают чуть потоньше. Я говорю по практически микронах. Чуть потоньше, чуть побольше диаметре. Чуть-чуть развернуть надо еще маленько. Так вот. Вот так. Все. Я думаю, и красить. Сколов никаких нет. 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 Просто все песня. Просто песня. Потом можно взять такое, типа что-то округлое, ну какой-то пин. И так аккуратненько все это дело пройтись. Вообще нормально, мне понравилось. Так, еще раз проверяем. Ну да. Просто песенно все. Песенно, ничего трогать не буду. Сейчас чуть-чуть момент. Так вот. Ну-ка. Так вот, затер. Чуток.
И вся любовь. Пластик, что хорошо, пластик у них темный. Я знал кореша, который занимался этим пластмассами, мне целую лекцию прочитал, что чего стоит, что почем. И оказывается, какой-то цвета более темные, они более дорогие. За что купил, за то и продаю. Напишите, если это не так. Ну, ребят, это просто песня. Песня, 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 песня. Вот, когда фары будут гореть, будет вообще просто чума. Сейчас еще немножко вверх уйти. Немного. Так. А вот это вниз. Сейчас вообще все будет залетать по-хорошему. Извините, что там не видать вам. Красная армия, ну все нормально. Бакман, Бакман. Маленькая вещь, но зато приятная человеку, и мне приятно работать. Ну, а вот это вот. Это просто нонсенс. Это нонсенс. Вот как вот? В два раза меньше, это точно, это Н-ка. Вот, да? Не видно, наверное. Ну, давайте крышу сюда поставим. Ну, нет? Точно в два раза меньше. Ну, они делали, наверное, в Н-ке тоже. Так вот просто глазом... На глаз это меньше. Значит, что я буду дальше делать? Я человеку делаю приятное. Я срезаю вот здесь. Срезаю вот здесь просто эту всю ботву. Ну, разумеется, отдельную оставляю отдельную. Number board здесь, number board здесь. Раз, два. Вырезаю. Приклеиваю классный светодиод. Почему? Что можно это сделать так хорошо, потому что вот это все закрыто, в кабину света не будет, сделано грамотно. Но вот это вот Бакман, классика. Либо вот просто как новые модели, просто чумовые. Кстати, number boards, ребята, они тоже чуть-чуть маленькие, но не совсем драматично, конечно. Но по сравнению, а задок есть? Ну, они похожи вообще, да. Шрифт. Но number boards не драматично. О чем там человек думал, о чем? Оббухать, чтобы вечером там. Как поближе подставить? Вот так сюда. Да? Шрифт. Вроде по размеру они. Но они меньше тоже. Но опять-таки, это не так драматично, как фонари. То есть, они какие-то на 20%, 30%, ну, 20% меньше, чем должны быть в масштабе. Ну, все, наверное, на сегодня. Коротенько будем такие видосики делать. Мне так тоже больше нравится. Потому что, не, ну, эти самые стримы, это, конечно, это чума. Там много классных вещей, фан, приколы. Но вот такие видосы мне тоже. Такие я могу делать много. Потому что инсталляции здесь, ребят. О-ля-ля. Ну вот. Все. Пожалуйста. Можно изнутри сделать... Я, наверное, сделаю. У меня есть типа такого CSX близко, темненькое. Я немножко освежу внутрь, чтобы было более так. Заусенцы уйдут, там все классно будет. Так, еще раз проверю. Нормально? Ну, вот сейчас вот просто идеально. Красочка там даст еще полмиксера. Ну, здесь немножко нужно развести. Даст еще там полмикрона или сколько там.
Это я так от балды. Это от балды. Нашему троллю с хорошими манерами правописания, что очень удивительно, но это приятно. Оказывается, у него черная мышка тоже раскрылся. А, вот сейчас хорошо. Вот сейчас нормально. Буквально еще, буквально чуть-чуть. Вот. Как его зовут? Стоп. Паровоз, не стучите. Колесы. Кондуктор. Нет, это не здесь. Сейчас, ребята, это... Я думал, залетный, а оказывается, он моделист. Ну, разные бывают экземпляры. Экземпляры. Он... А, вот Андрей меня спрашивает про напальчники. Я ответил. Александр, он тоже Александр. Да, он Александр. Ну, отлично. Отлично. Так, берем еще разок. Ну, ребят, комар носа не подточит. Сейчас чуть-чуть почищу. Отпилю эти штуки, светодиодики. Когда я уже все поставлю, наверное, я еще перед сборочкой... и на задок светодиоды, да. Новые линзы, потому что линзы... О, пардон. Пардон. Я бы сейчас глянул... Давайте посмотрим старые линзы. Вот старые линзы, от которых немножко тоже меня заколбашивает. Причем, как они сделали? Оу, ну-ка, стоп. Очень интересный момент. Опс, стоять. Видишь, дубовый Бакман, его можно шмякнуть. Но я очень аккуратно задел, небольшой, не big deal, как говорится. Здесь все нормально, отверстие. А вот, это стрём. Причем его вклеили, по-моему, в корпус. Numberboard отдельный я здесь не буду человеку делать. И денег не попрошу, я просто скажу ему, он скажет, ну, наверное... даст какой-то мне бонус, наверное. Это я делаю от души. Вот эти number boards отдельно, чтобы человеку было радостно. Как же они это приклеили? Хи-хи. Ровно. Ну вот. Такая... Причем это какой-то уже мутный, какой-то желтый. Здесь камеры не видно, ребят, но это желтый, это не чисто transparent, да? Что напрягает, с какого хрена? Краски желтой нету здесь рядом. Сейчас момент, нужно это посмотреть, как это все выглядит. Стремно, почему они даже не встают на место? Хорошо, я их нашел. В смысле, я их использовать не буду. Это панк-рок. Ну-ка, сейчас. Сейчас. Ой, стремняк. Ну, я держу пинцет. Блин. Они даже не вылезают за габариты, так сказать, вот этой ассембли. Причем у них... Фары, они не такие, они более плоские. Можете посмотреть на картинки, большие настоящих локомотивов. Сейчас я пальцем вот так буду вместе с вами на камеру смотреть. Ну, там не видать никакой Красной Армии вообще. Ой, блин. Ну, их не видно вообще, это все. А теперь они... А теперь они держатся на честном слове. Видите, ребят, поручни такие, у которых можно сразу
Ну, запыленный, он хороший, такой же состаренный, классный. То есть они очень глубоко. Так не бывает. Они должны быть, ну, где-то, ну, в реальной жизни. Линзы должны все-таки быть подальше сюда. Халтура какая. Ой, они далеко и... Ой. Жесть. Бачман. Что за пластик такой? Как будто на коленке что-то отливали. Что вообще это такое? Какой-то полный апофеоз. Причем он такой мутный, в смысле, он какой-то такой типа шершавого. Чтобы больше, лучше, что ли, рассеивалось. Вообще ничего не понимаю. И фонари совершенно нет. Они какие-то не на, просто они супер круглые. Нет, так не должно. Все. Дан. Супер. Пишите, такие видосы вам интересны смотреть? Я с удовольствием. Быстрее, потому что я не читаю вопросы, потом у нас меняется тема. Не, в стримы, конечно, я уже повторяюсь, это фан, но тем не менее. Окей, USA, давай.